Добрый день, друзья! Сегодня 7 октября 2017 года. Я на Рудной пристани возле двух братьев в Дальнегорске. Сейчас я буду закрывать пляжный сезон. Вон даже встречают меня бакланы. О, унырнул. 26 марта 2017 года я открывал пляжный сезон на Шамаре, и теперь я его закрываю. Сейчас я передаю камеру, а сам иду купаться. Все, пошел. Все фотографируют. Ну все, друзья, пляжный сезон закрыт. Мы прощаемся с летом, прощаемся практически с осенью, прощаемся с Дальнегорском, Рудной пристанью, куда мы приехали отдохнуть. Я обещал закрыть пляжный сезон в Дальнегорске, я его закрываю. До свидания, пока!